102-я годовщина Великой Октябрьской революции. Это память о наших предках, наших отцов, наших дедов, прадедов и так далее. И еще сегодня праздник, это, ну, никак, он не праздник, но он отмечается. 78 лет парад на Красной площади, когда наши отцы, деды шли защищать именно с этого парада, с оружием в руках, наше Отечество. И мы на общественном совете решили поблагодарить, маленько подсласти, можно сказать, для тех, которые живут здесь себе, которые не жалеют своих сил и помогают в делах для улучшения жизни населения нашего по возможности. И вот сейчас мы наградим товарищей. Уважаемая Зоя Ивановна, пусть этот праздник в памяти, ведь он из прошлого пользу берет. Будьте счастливы всегда во всем, полной чаши пусть будет ваш дом. Будьте неожиданно в вас книгу, а спасибо.
Поможем всем. Поможем всем.